Жила-была учебная программа библейско-богословских вебинаров. И решила она сделать себе рекламу. Да не простую, а очень простую. Вот такую. Стоп! Такая реклама уже была в 90-х годах. Как сейчас помню, фирма Seldom так рекламировалась. Нет, мы не идем назад в 90-е, мы идем вперед. Мы делаем совсем другую рекламу, хотя тоже простую. bbwebinar@yandex.ru. Пишите «хочу учиться», вам вышлют инструкции. В программе «Обзор Ветхого и Нового Завета», «Основы библейской герменевтики», «Христианская апологетика», «Защита христианской веры», «Консервативное христианское систематическое богословие», «Вебинар технологии будущего», «Живое общение с преподавателем», да и со студентами тоже. Учимся два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, по 2 часа с 8 часов вечера. Вот такая простая реклама. Пишите. Жду ваших писем.